Всем привет, друзья! И снова наш влог начинается с автомобиля. Сегодня у нас 21 марта, и мы приехали опять-таки в поликлинику. Но уже не с Исламом, а с Айслушкой. И приехали мы в соседний поселок, так сказать. Так как в нашей амбулатории нету хирурга. Привет. Нету хирурга в Айсулу. На ножке опух палец. А 28 числа ей надо ехать. Ехать куда она? Нет, в Альметьевск. Фестиваль, что ли, там? Чего у вас? Звездная копель. Звездная копель. Будут петь. 4 часа туда ехать. Вот такие дела. Приехали из больницы. Удалили ей ноготь в итоге. В нашей аптеке не было, пришлось съездить в другую аптеку, купить вот этот бронолинт и салфетки стерильные. Дети захотели жареную картошку, почистил картошку и выложил на сковородку. Будем жарить. Вот наш герой дня сегодня. Героический ее поступок. Приготовила она еще салатик. Пекинская капуста. Огурец. Что там еще? Морковка. Кукуруза. Специи и майонез. Ну, как масло? Да. Ну, Айслу пока для себя сделала майонезом. А на ужин у нас сегодня картофель отварной, селёдка, салат, нет, это скумбрия, скумбрия. Копченая. Вот. Такой сегодня у нас ужин будет. Вот. Больно. Больно? Дальше сейчас болит. Но когда приехали с больницы, делала перевязку, это было ужасно. Она прилипла. Не отлипалась. Пришлось сначала перекисью, было больнее, чем было в больнице. Потом, ну, потому что там было обезболивающее. Или как там называется. Ну, короче, вот. Приехал домой, а оно кончилось почти. Я туда перекись закапал и начал шуршать. Пшикать, короче, там. Пузырьки такие начали идти. Вот. Это было больно. Потом еще воду засунула. В итоге не помогло. Круто. Сюда. Угу. Вот. Не помогло, пришлось самой отдирать. Куда? И пошла кровь. И этот ребятенок еще хотела идти на хор. Перемерила всю обувь, которая была дома. Даже тапки. В итоге она не пошла. То, что больно делать. Носки одеваю, и вон из-за этого пошла кровь. И все в крови. А перевязывать можно только в субботу. Вот. А сегодня четверг. Еще и в понедельник в поликлинику. Да. На перевязку. Это фу. Нельзя. Вот а такой ладно. Сегодня денек. Ужасный. Причем я сама согласилась ехать. Я сама сказала болеть. Поехали. Потому что я не хочу мучиться несколько лет, у меня уже такое было. А еще мне 28-го уехать. Но я не поеду, похоже. Потому что... Да, может, поедешь, может, нормально все будет. Ну, нормально будет, но... Вот, за неделю. Если я так не буду завязывать, то ногтя там не будет, мне же все равно больно будет, когда он будет, допустим, палец к балеткам или палец к колготкам там, вот. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, не забывайте про колокольчик. Будьте здоровы. Всем пока-пока. Пока-пока.